Здравствуйте, наши дорогие подписчики, уважаемые зрители, с вами Виталий Хомутов и канал Парк Львов Тайган. Друзья, предлагаем вашему вниманию новый вопрос в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову. Спрашивает Светлана Пустовая. Добрый день, Олег! Планируете ли вы открыть зоопарк в Евпатории? На днях слушала программу «Открытая власть» с мэром, и он сказал, что есть желающие по зоопарку и обустройству Лебединого озера. Это не вы будете? Ответ. Здравствуйте, Светлана. Боюсь, что мое время для реализации проекта по созданию зоопарка в Евпатории уже ушло. Я очень хотел построить этот объект. Сделал проект зоопарка, вложил кучу денег в разработку проекта водоохранной зоны, но недальновидные российские чиновники 6 лет кошмарили меня судами и проверками. Не позволяли ничего строить и развивать, желая отнять существующее. Сегодня все успокоилось, и мне даже разрешили кое-что строить в родном Крыму. Однако потеряно драгоценное время, упущены возможности, которые уже никогда не вернутся. В результате Евпатория останется без проекта Олега Зубкова. Хотя, возможно, кто-то построит и не хуже. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.